Вот и настал тот день. Да, когда я передаю тебе свой семейный очаг. Доченька, храни его, что бы ни случилось в твоей семье. И с годами, дочь, чтобы твоем доме всегда было теплее и уютнее. Какая бы ни была ситуация, но ты 99% создаешь семью. И чувствую себя не замужем, а замужем, с таким мужем, как Андрюша. Андрюша, смотри, сам понимаешь. Так что, дочь, пусть в твоей семье никогда, никогда не угасает семейный очаг. А с годами теплее, уютнее. И вот Ольга Алексеевна тоже присоединяется, вместе возжигается этот семейный очаг. Любовь к семье. Что может быть сильнее? Сосуд хрустальный, полуброс. Подарок неба, дарок счастья. Для многих нешесточных грез. Возьмите бережно дар в руки, как в плане легкой свечи. Не расплескайте, пронесите сквозь все преграды и мечи. И тепло этого семейного очага не нужно задувать, потому что, подождите, еще раз нужно его возжечь, теперь уже от них, да, и раздать, у всех гостях есть, у гостей есть свечечки, это некий символ любви и добра, которые наши молодые передают вам. Родители, просто передайте туда свечу, они молодые сами зажгут.